диваном все рассказывают правильно, как есть. Спасибо, становится у нас настоящий супер-профи в команде. Я просто хотел вам кое-что добавить. А давайте я вам включу какое-нибудь кино, чтобы вам не было скучно. Надо, чтобы какой-нибудь фон шел, а я вам кое-что расскажу. Итак, стала задача. Задача номер один – отдать тайные бонусы от американских лидеров, которые никто не знает у нас. Их нужно отдавать команде. Я все это знаю. Вы не думайте, что я там все зажал, сижу и жду. Нет. Вся команда должна делать деньги безостановочно. Это единственная цель, которую я преследую, чтобы делал деньги не я, не Антонина, не Елена, а делали деньги все. Под этот хипиш, под эти программы вы должны будете собирать базу и дожимать ее на оплату. Конечно, мы будем это все отдавать и показывать. Отдать бонусы одно. Нужно еще записать кучу видео, как их установить, активировать, как ими пользоваться, друзья мои. Это не все так просто. Но самая большая проблема, что эти бонусы, они стоят очень больших денег, и они не могут быть воеб на $20. В связи с этим я решил пойти другим путем. Айоб должен был запустить уровень 80, который мы ждем уже очень давно. Но пока у них стали проблемы с PayPal, с платежными системами. Я, кстати, хочу сказать, не все так просто с платежными системами. Они требуют залога. Они подписывают документы там по несколько месяцев. Идут соглашения. Смотря какая компания, от $10 000 на взнос. Они держат тебя в заложниках, эти платежные системы. В любой момент будут закрыть счет и забрать все деньги, как это сделал PayPal. Так что, ребят, не все так просто. На данный момент у нас есть OkPay, и лучше ничего не придумать, потому что там есть и карта, и что вы хотите, там можно все выводить дешево через обменники. У нас для России, нет, для СССР вход только через OkPay и вывод только на OkPay, чтобы у IOP всегда на балансе были деньги на OkPay. Поэтому возьмите серьезно как бизнес, не все так просто, так? Дальше. Я пересмотрел кучу компаний, обзвонил всех своих друзей, всех американцев. Где ты сидишь, что ты делаешь? Я имею в виду серьезных, кто занимается бизнесом. Они мне показали, я все это знаю, у меня свободный английский. Я все это читал, видел в YouTube, маркетинге, шметинге. Пересмотрел все, полностью унылое дерьмо. 50% сеть, 2-3 линии максимум. Вход $150, обычная цена в месяц в Америке. Ниже не имеет смысла. Видео закончилось, а надо лучше включить, чтобы еще что-нибудь ушло. Так, поэтому идти действительно, чтобы был интерес, после 90% воеб уже никакого интереса не представляет. Вчера мне Изабелла сказала, хозяйка воеб, что они будут на 80 запускать в этом месяце 100%. Уже все давно было готово, кроме платежных систем для Европы. После того, как закрыли PayPal, там осталась всякая ерунда, типа Payzy, Solid Trust Pay. Они сейчас подтягивают там один e-wallet, так называемый. Заключают с ним договор, дают залог. Как только эта платежка запустится в дело, мы сразу же начинаем работать на IOP 80. И я вам скажу, что это очень интересный маркетинг по сравнению с тем, что происходит сейчас. Это очень много денег и очень мало людей. Вы будете получать по $50 с каждого 1, 3, 5, 7, 9 и до бесконечности. И по 25 с каждого 2, 4, 6, 8 из всех их 2, 4, 6, 8 и их на всю глубину вниз. То есть теперь деньги будут 50 на 50. И сейчас, когда люди пытаются заработать и стать себе глубину, чтобы не отдавать спонсора, такое есть везде и повсеместно. И я каюсь, эту херню я ввел в IOP, я начал первое это делать, чтобы поддержать людей. Но, к сожалению, это заканчивается плачевно, потому что люди опять ничего не делают, они становятся импотентами в сети. Они ничего не изучают, не хотят. И это гробит бизнес. И если ты хочешь денег, ты должен быть независимой личностью в сети, чтобы тебя знали, тебя узнавали, твой логотип везде, твое имя везде, чтобы начали понимать, что ты эксперт, что ты профи. Сначала ты идешь под крылом команды с нами вместе, потому что команда довольно-таки известная своими фишками и прибамбасами новыми. Затем ты отделяешься от нее, становишься сам по себе человек, который может что-то показать, научить, дать и заставить человека дублицировать. Тогда ты становишься профи, но ты должен пиарить свое имя, не мое, не IOP, не команду, свое собственное. И вот только тогда к тебе начинают тянутся люди, как к Антонине сегодня. Я на Facebook захожу,
Я вижу, у Антонины пост стоит, там девушка пишет: ой, спасибо, мне кто-то там порекомендовал к вам обратиться, можно мне с вами поговорить? То есть люди начинают вас искать сами, потому что вы уже засветились на YouTube, на Facebook, на LinkedIn, вы уже везде есть, и люди знают, что вы знаете, как вести бизнес. Теперь задача не заставлять людей в вашей базе, заставлять их оплачиваться, это не задача. Задача приводить постоянно новых подписчиков, а старые они придут в себя, дожмутся. У меня был разговор сегодня, я впервые открываю рот, потому что я не дешевый студент из общаги, да. Был разговор со старым другом, но он спрашивает: ну разве это реально вот заработать больше миллиона рублей с $20? Так я говорю, это смешно. С $20 больше миллиона за 17 месяцев, но это же не $1000 вход, это не $500 вход, это $20 вход. Но я бы никогда не сделал этого, если бы не было абонентской платы. Помните, бизнес без абонентской платы – дохлый бизнес. Он умрет. Вам постоянно нужно искать новых. Когда вы имеете абонентскую плату за то, что нужно всем, как в нашем случае, те, кто не поймает, не придут к этому, поверь мне, у них нет выхода. Вот прошло 17 месяцев, они были в 200 проектах, кто-то заработал там, да какой нахер миллион, скажи мне, он заработал хотя бы 20 тысяч рублей, я сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, за 17 месяцев. Меняются проекты, меняются толпы, бегает толпа, слушают бомжей. Вы будете слушать человека, который трясет банкой возле метро: иди сюда, друг мой, ты спешишь на работу, а я дам тебе совет. Какой ты можешь мне дать совет? Ты стоишь с банкой у метро, трясешь. И вы должны понимать, что те, кто работают без вложений, без приглашений, занимаются всякой ерундой, они вам не советчики. Они ниже вас 3 раза по уровню. Вы не должны их слушать. Вы должны слушать тех, кто знает больше, чем вы. Это залог успеха, это ваше окружение. Здесь есть деньги, но с $80 будет 5 раз больше денег. Просто надо остановиться на этом и понять: лучше маркетинга в сети нет, лучше инструментов нет, никто, никакие команды, кроме пульта свитчера и калькулятора от Windows, вам ничего не даст. Здесь вы получите знания, вы получите все, что вы видели на видео. Просто надо вот взяться за это и идти. Не надо никуда смотреть, ни вправо, ни влево. Потому что, ну, все равно ничего не делать. Надо тысячные толпы выстраивать. Они все бросают, они все уходят. Почему? Потому что они не знают как. А вы будете знать. И вы будете делать людей, которые тоже будут знать, что делать. Таким образом, идет дубликация. Вы каждый месяц тех же самых людей пригласили, вы в этом месяце кого-то не пригласили. Это никого нафиг не интересует, потому что у вас идет абонент плата. Вы получаете $50 с первой линии и по 25 на всю глубину вниз. Пусть они приглашают. Это не ваша задача. Ваша задача — вы поставили первую линию. Все, отдыхайте. Дальше идет просто пассив. Чему стремились большевики в любом интернет-бизнесе? Пассив только возможен при нормальном входе, не копеечно. $80 это тоже херня, но лучше, чем 20. Обычная цена, я вам сказал, в Америке 150. Нормальный вход 80, это более-менее пойдет. И абонент платы каждый месяц. Делайте свое дело, у вас будут деньги. Быстрее, чем вы себе думаете. Я нам на своем блоге просчеты сделал, что там с 18 человек вы получаете $1000 в месяц. Не личных, а вниз. 18 просто вниз. Вот вы те, $1000 в месяц, каждый месяц. Что такое 18 человек? Покажи мне матрицу, покажи мне бинар, где ты с 18 за $80 вход с 18 человек получишь $1000. Где? Это все нонсенс. Понимаешь, поэтому айопи доминирует. И хочу вам сказать следующее, что единственный, наверное, на сегодня сервис, который шлет мне в спам. Проверил я все, а Weber, я там тоже есть. Smart Respond мне невыгодно, он на США не шлет. Никак не идет он на Америку. Так? А Weber провел, Get Response провел, MailChimp, идут спамы, все, хоть ты убей. Может, у них так заточены письма у тех, кто мне шлет. А Айоп идет во входящий. То есть это уже 90% того, что все равно это письмо открою. Так что, друзья мои, уходят, приходят, это не важно. Важно, что происходит с вами. Если вот тебе нравится тема, если тебе что дается, получается, оно идет, оно не может не получиться. Ты пойми, все топ-лидеры, которые мне говорят, что они стали миллионерами, они 7 лет ничего не получали. Они бились,
башкой об стенку. И самая главная задача, в которой признались все, я не собирал базу. Это моя ошибка. Как только я начал собирать базу, у меня пошли деньги. Не сразу. Они там собирались. Одним это нравится, я слал. Другим это. Одни вообще ничего не покупают. Потом бах, послал, всем понравилось. Программа по... Да, хорошо, что вы мне сказали. Многие топ-лидеры сейчас разговаривают такими загадками, типа, интернет ждет перемены, скоро все будет не так. А что, что будет? Вы знаете, что будет? Они не знают. Никто не знает, что будет. Вот знают, что будет перемены от фонаря, да? Я тоже могу сказать, дальше через 3 года будет не так, как сегодня. В июне 2020 будет не такой июнь, как 2016-го. А какой? Ну, какой-то там будет июнь, хер его знает, может, гроза будет, я не знаю. Понимаешь, о чем они говорят? Так я вам сейчас раскрываю уже некоторые фишки, что не то, что будет, оно уже тестируется и есть. Во-первых, на Фейсбуке, на бизнес-странице Фейсбука, вы все знаете, что туда можно с него сделать страницу захвата, с этой бизнес-страницы Фейсбука. Есть такие приложения, у нас есть курсы по Фейсбуку, вы видели. С этой страницы можно сделать страницу захвата, куда люди вставляют email, и прилепить туда автоответчик и так далее. Так вот, теперь будет автоответчик встроен в сам Фейсбук. Такие приложения делаются. Я их видел лично, но это тестируется, это сырое еще. И человеку не надо уже писать email никакой. Вот он на вашу Фейсбук-страницу бизнес зашел, ему это нравится, то, что вы предлагаете, там, забери подарок, какой-то курс, так. Он просто кнопку нажимает одну, там будет кнопка «Хочу узнать больше» или «Забрать» или «Дайте информацию». И Facebook автоматически выхватывает его имя и данные с Facebook и вставляет в эту вашу страницу, и он уже подписчик. Больше ему никуда не надо идти ни на email, ни подтверждать ничего. Вот он кнопку одну нажал, он бум, попал в вашу базу вашего автоответчика на Facebook. И у вас идет, как вы сейчас сообщение пишете вот друг другу на Фейсбуке, вы также этому человеку идет на автомате серия сообщений, к нему в ящик на Фейсбуке прям. Он подписчик, это белый лист, то есть Фейсбук это пропускает. Но все равно, даже при таком интересном раскладе, вам нужен свой блог. Потому что вы же не будете просто не в Фейсбук сообщениях слать человеку там все, что вы хотите ему рассказать, писать такие длиннющие сообщения, он увидит, он упадет в обморок. Вы, конечно, должны сказать, мы получили ваш запрос, вы хотите узнать больше, вот перейдите, ссылка на мой блог и почитайте, что я вам хотел сказать. День номер один. То есть блог нужен в любом случае, это все равно Айоб. Что бы ни менялось, Айоб тоже в курсе, что происходит. У них есть еще секретные фишки, и по тому же Фейсбуку они все закупили на уровень номер 3, это будет добавляться помимо меня. И моих бонусов. Там у Изабеллы еще до хрена чего есть хорошего. Так? И вторая штука. Сейчас можно вместо Google Hangout вести вебинары через Facebook. То есть есть такая спецпрограмма. Ты подключаешься и прям с Facebook, с бизнес-страницей все открывается. Окно, идет запись. Люди комментируют, пишут. Гига-га, лайки-шмайки. Ты в прямом эфире. Ведешь вебинар на Facebook, и как только он закончился, он сразу же это видео выкидывает в топ наверх, потому что оно было записано прям напрямую, прямой эфир и по ключевым словам. То есть, кто уже будет забивать, как заработать деньги в Facebook, этот ваш вебинар будет выскакивать в топ. Это лишь небольшие черты, что происходит в интернете, как оно все меняется. А теперь скажите мне, люди, которые бегают по всякой ерунде и не входят в эти дела всякие, они знают хотя бы 3%, о чем мы с вами сейчас говорим. Я вам сейчас просто ради интереса поставил видео, чтобы не было скучно. Последняя программа вышла, да? Как она шатает фото. Это просто фото. Вы видите фото? Это простые фотографии. Они уже сделаны как видео. До чего дошел прогресс? Эта программа у меня лежит на компьютере. Она стоит кучу денег. Я вам все отдам. Вопрос только, как это делать? Надо ли нам вот эта ерунда? Или проще скачать какое-то видео, вырезать кусок уже с фото, чем сидеть тут по 3 часа, заставлять эти фотографии двигаться. Да, красиво, я не спорю. Но сам факт, что там делается в США, нам и не снилось вообще, там на 3 головы люди вперед уходят. Давно уходят. И я держу руку на пульсе, единственный из Рунета, кто знает эти дела, потому что я с ними общаюсь. И все это вы обязательно получите, чтобы у всех
шла линия, все делали деньги и все становились известными личностями в интернете. Так что до новых обновлений, до скорых встреч. Спасибо всем. Елена, спасибо. Антонина выступила прекрасно, чувствуется класс. И слушайте только тех, кто знает, что делать. Мы создаем лидеров.